Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами компания Арбат Хоумс и я, Анастасия. Сегодня я покажу вам не просто квартиру, а квартиру премиум-класса в элитном районе Ежнишехир. Это практически центр города Мерсин. Ну, а сейчас я хочу, чтобы вы угадали, где же я нахожусь. Вы, наверное, подумали, что я уже нахожусь в квартире, но нет. Это входная группа, то есть мы находимся еще в подъезде. Здесь на этаже расположено две квартиры, планировки 4+1, и есть два лифта. Дом новый абсолютно, сдается буквально в течение месяца, но сейчас уже можно сюда заезжать, приобретать мебель и заселяться потихонечку. А давайте теперь к квартире. Сначала я вам покажу, какая она прекрасная, какая у нее хорошая планировка и качество материалов, а затем я расскажу про инфраструктуру данного комплекса. Попадая в эту просторную квартиру, мы сразу попали в большой широкий коридор, где уже установленный встроенный шкаф. Посмотрите, какой он стильный. Далее, проходя прямо по коридору, мы с вами попадаем в прекрасную кухню, совмещенную с гостиной. Посмотрите на эти масштабы. Это достаточно просторная и удобная кухня. Здесь поместится сразу несколько человек для готовки. Большая поверхность. Также хозяйки, я думаю, что это оценят. И из нашей гостиной есть выход на балкон. Но знаете что, я не хочу очень много говорить и рассказывать об этой квартире, я хочу, чтобы вы сами все увидели, а в конце мы немножечко с вами поболтаем. Наслаждайтесь! Дорогие друзья, я думаю, вы оценили качество используемых материалов в отделке. От потрясающая большая квартира. Сейчас мы находимся в самой главной ее части. Это родительская спальная комната. Здесь есть выход на дежурный балкон, где сделаны все выводы под кондиционеры. Также можно установить стиральную машину. Здесь самым главным преимуществом, на мой взгляд, это является большая гардеробная комната, мечта каждой девушки. Посмотрите, пожалуйста. И, конечно же, санузел. Здесь есть отдельный санузел, выполненный в едином стиле с квартирой. Смотрите, как отделана у нас сама спальная комната, сама кровать. Здесь все сделано под мрамор. Очень красиво, стильно. Какие тумбочки у нас прикроватные. Это выполнено все в едином стиле. Мы сейчас с вами смотрели шоурум, но вы всегда можете заказать себе такую же мебель, и мы обставим это все по вашему вкусу. Ну а мы сейчас с вами отправляемся на 12 этаж, чтобы посмотреть, какой вид открывается у нас из этих квартир на город. Как я и обещала, мы поднялись на 12 этаж. В данном комплексе здесь есть квартира планировки 4+1, 150 метров квадратных, такая же, как наш шоурум, только на 12 этаже. Стоимость данной квартиры составляет 143 тысячи евро.
потому что это 12 этаж. На первом этаже квартира стоит 107 тысяч евро, ну, без мебели, конечно, просто пустая продается. Так вот, отсюда открывается потрясающий вид. Мы находимся в районе Енишехир, где есть также вся инфраструктура, необходимая для постоянного проживания здесь. Также вы можете, в принципе, и приезжать отдыхать сюда на лето, но здесь, конечно, такая локация, когда здесь нужно жить постоянно. То есть это квартира для больших семей, для семей с детьми. Здесь неподалеку находится Мерсин университи. Рядом с данным комплексом находится школа гимнастики, куда вы можете отдать своих детей заниматься. Также здесь буквально в двух шагах ходьбы находится элитный колледж, в который вы тоже можете, в принципе, отдать своих деток. В инфраструктуру данного комплекса входит открытый плавательный бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка, генератор, беседка, открытая парковка. Если вас заинтересовало данное уникальное предложение, вы всегда можете нам написать по телефону, указанному на экране. Или пишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы. Если вас заинтересовал данный комплекс, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Мы всегда готовы вас проконсультировать о ближайшей инфраструктуре и также о самом комплексе. Мы готовы выехать на объект и снять специально для вас видео, либо показать вам все в онлайн-трансляции. С данного балкона, как вы видите, у нас видно море, весь центр. Если мы спускаемся вниз, то мы попадаем к знаменитой Мерсин Марина, где вы можете отдохнуть всей своей семьей. Ну что, а я с вами прощаюсь. Это была компания Арбат Хоумс. Меня зовут Анастасия. И солнечный Мерсин. Пока-пока.